два, три. Да. Всем добрый день. Мы начинаем нашу сессию «Банки 4.0». Наш форум уже успели назвать постпандемичным. Вот. И, естественно, в нашей сессии, которая пройдет сейчас, мы не можем не упомянуть то, с чем столкнулся банковский сектор за последние месяцы. Ну, я начну с того, что представлю моих спикеров уважаемых, которые сейчас находятся здесь, и часть из них, часть спикеров будет с нами выходить на связь онлайн. Ну, во-первых, Борис Юрьевич Титов с нами. Попов Анатолий Леонидович, заместитель председателя правления Сбербанка. Хайнрих Штейнхауэр, глава представительства банка Элаба в России. И Дыбова Елена Николаевна, вице-президент торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Также мы надеемся, что с нами онлайн поговорят Моногин Татьяна Валерьянова, генеральный секретарь Международной торговой палаты в России, доктор Йорк Кремер, член регионального совета по исследованиям Коммерцбанк Германии, и Иштван Лендль, генеральный секретарь Ассоциации банков Центральной и Восточной Европы Венгрии. Ну, первое слово вам, Борис Юрьевич. Вот на ваш взгляд, как же реальный сектор экономики и банковская система пережили ту пандемичную ситуацию? С чем мы вышли? Какие выводы успели сделать? Спасибо большое. Мы действительно сегодня проводим эту секцию как бы с особым чувством. Потому что то, что мы пережили за последние полгода, показало очень серьезные, с одной стороны, показало банковский сектор в особом форсированном режиме. То есть пандемия поставила перед банками такие задачи, которые никогда в жизни, наверное, они пока не стояли. Многие вещи были пересмотрены, хотя, конечно, банки – это очень консервативные институты, но сама жизнь заставляла их реагировать очень быстро на складывающуюся обстановку. И кроме этого, конечно, очень быстро реагировать на требования, на новые требования государства, да, которое предъявляло к ним какие-то задачи, которые никогда до этого не стояли и которые нужно было быстро-быстро решать. Ну и здесь, конечно, в этом, так скажем, в процессе этот треугольник государство, банки, бизнес, не все оказались довольны в результате того, что происходило, но я думаю, что на самом деле меньше всего у бизнеса претензий к банкам, именно я имею в виду по мерам поддержки, потому что банки все-таки в таком авральном, очень быстром режиме пытались реагировать на то, на те требования, которые предъявляло государство. Я честно могу сказать, что начиналось это вот с первой меры поддержки, так называемые нулевые кредиты, которые мы теперь называем нулевыми кредитами. И государство, которое объявило о мере поддержки, назвало дату, когда начнутся выдавать эти кредиты, как сейчас помню, 8 апреля. В результате 8 апреля мы уже проводили, как институт уполномоченных, мы мониторили все меры поддержки по всей стране, и мы поняли, что вообще ничего нет. То есть нет ничего. Ни один банк выдавать 8%, нулевые процентные кредиты 8 апреля не готов. Мы начали смотреть, почему. Оказалось, что, конечно, та схема, которая была предложена государством, она никак не могла удовлетворить никакие банки. Потому что при том, что стоимость фондирования Центрального банка по пандемической мере поддержки была 4%. То есть Центральный банк заявил о том, что эти деньги для поддержки стоят 4%, не 0, а 4%. При этом все риски были на коммерческих банках. Все 100%, то есть ты должен вернуть эти деньги Центральному банку плюс 4%, но там дали еще на операционные расходы, правительство взяло себе небольшой процент. Но при этом все риски лежали на банках.
срочно, значит, мы объявили об этом, срочно правительство начало менять, появилось вот следующее решение, что гарантии веба под 75%, тут процесс начался, но все равно это было 75%. А 25, как банк может выдавать заемщику, который официально заявил, что он наиболее пострадал всех во время кризиса, и ему выдавать практически кредиты под 25% собственного риска. Ну и как складывалась ситуация вот в этот момент, я могу сказать, что очень сильно разделилась банковская комьюнити, и с одной стороны, ну, полностью государственные, так скажем, малокоммерческие банки, ну, это ВТБ, прежде всего, начал выдавать, я давал практически все кредиты, то есть там самый большой процент выполнения заявок. Меньше всех выдали коммерческие банки, они выдавали там процент обслуживания кредита был очень небольшим, но вот самое, кстати, вот здесь, не потому что это у нас форум сбербанковский в том числе, но я могу сказать, что процент, выданный Сбербанком, хотя это коммерческий банк, был приблизительно такой же, как у ВЭБа, чуть меньше, но вопрос был в том, что они действительно реально использовали свои новые механизмы оценки риска. Вот когда-то я вот в тот момент позвонил одному из руководителей нашего правительства, который отвечает за экономические вопросы, и он сказал, вот эти 25%, говорю, откуда вы возьмете 25%? Чем покроете этот риск, банки не пойдут. У них есть скоринг. Что такое? Какой скоринг на пандемию? Но тем не менее, вот Сбербанк справился. Да, он действительно оценил, даже в такой ситуации использовал IT-технологии, которые могли оценить риски, даже вот с этим красивым словом «скоринг», или какие-то другие технологии, которые, может быть, туда не попадают прямую, но, в общем, он как бы из коммерческих банков выдал больше всего кредитов. Я надеюсь, что невозвратно будет немного, в отличие от государства. Я не буду долго говорить об этом, но вот это такой челлендж, такой прямо вызов, который стоял перед финансовой системой, он действительно очень серьезный. Ну и постепенно мы... Правительство училось, ЦБ учился, и банки, конечно, учились. И вот за эти несколько месяцев выходили уже на более эффективные решения, потому что там у меня справка есть по количеству. Вот этот вот 0%, а 33,8% только из заявок была реально реализована. Там реструктуризация 1/3, а уже 72% из заявок было подтверждено. Вот, поэтому 2% там денег не хватало, да, реально все заявки выполняли, там еще расширили то, что не только предприятия, пострадавшие по основному акведу, но еще и по дополнительному могли получить кредит под заработную плату, то там вообще мы знаем, что просто не хватило, два раза пополняли, просто денег не хватило. Так что государство училось вместе с ними банками, но что будет дальше, это, конечно, сегодня такой тоже серьезная история для стратегического анализа, хотя его очень сложно делать. Я думаю, что банки, каждый из них этим сейчас занимается, но ясно одно, что нужны новые технологии, нужны цифровые технологии, финансовые, финтех в финансовой сфере, но нужно понимать, куда идет экономика. Вот здесь я думаю, что, конечно, мы вот со Сбербанком тоже анализируем ситуацию, потому что сегодня реальная статистика в стране, к сожалению, часто не от государства идет. Да, мы сегодня, вот завтра, вернее, будем презентовать на наш индекс МСП в России. Он полностью сделан на статистике уже Сбербанка. И потому что на Росстат иногда, ну, не всегда можно положиться на все цифры. Так вот, мы исследуем, но мы и даем прогнозы. Поэтому мы считаем, что, конечно, малый и средний бизнес должен развиваться в сторону повышения производительности труда, использования новых технологий, которые там связаны и с робототехникой, и 3D-принтингом, которые будут развиваться. Причем такие тенденции видим на рынке, как от глобализации больше к локализации производств, к кастомизации, которые сегодня уже находят свое... Пока это слова, но во многом мы видим уже перспективы, как это будет работать, когда малый бизнес, причем производственный малый бизнес, будет работать на конкретного потребителя или на очень узкую группу потребителей.
но с большим количеством возможностей изменения, да, маневрирования своим производством. Так что вот этим мы занимаемся. Я надеюсь, что новая экономика не застанет нас врасплох. Наши банки станут действительно платформами большими, которые будут наряду с ростом, показателями роста, будут понижать свою доходность. Прав я, Анатолий? Вот так, спасибо. Борис Юрьевич, спасибо большое. Но я думаю, сейчас будет справедливо дать слово Центробанку, которого вы слегка покритиковали в своем вступительном слове. У нас на прямой связи Мамута Михаил Валерьевич, член Совета директоров Центрального банка. Вот если можно его вывести на экран. Что у нас с этим? А, все, да. Михаил Валерьевич, добрый день, спасибо, что вы к нам присоединились. У нас, ну, собственно, первый вопрос, это вот ваше мнение, насколько успешно Центробанк справился вот с теми вызовами, которые стояли перед банковской системой, какова была его роль? Оцените, наверное, насколько результативны были те меры, которые вы предпринимали. Возможно, есть какие-то, по итогам вот этих месяцев новые решения, перспективы, о которых вы бы хотели нам рассказать. Спасибо большое. Я надеюсь, что меня слышно и видно. Но я себя вижу на этом большом экране, поэтому, видимо, связь работает хорошо. Да, все отлично. Спасибо. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить за приглашение принять участие в этой дискуссии. Мне кажется, что сейчас очень такое подходящее время, чтобы подвести итоги того, что происходило весной и летом, ну и подумать над будущим, которое, как Борис Юрьевич справедливо отметил, крайне неопределенно, но в то же время мы получили определенный опыт, который должен помочь нам справляться с вызовами, возможными осенними, зимними и последующими. О чем мне хотелось бы сказать? Мы все понимаем, что мы в начале пандемии столкнулись с совершенно беспрецедентной ситуацией. У нее не было аналогов в истории, по крайней мере, новейшей истории. И нам пришлось на ходу придумывать разные механизмы, внедрять их, настраивать. И сомнений нет, что сделать это без хорошего взаимодействия между разными участниками процесса было бы просто невозможно. Поэтому первое, о чем бы я хотел сказать, и что, мне кажется, сыграло очень важную роль в обеспечении эффективности принимаемых мер, это качество нашего взаимодействия с бизнес-сообществом и с институтом бизнес-уполномоченного в частности. Мы достаточно быстро создали так называемый механизм зеленых коридоров онлайн с Борисом Юрьевичем Титовым, с региональными уполномоченными и с бизнес-объединениями «Деловой России», «Опорой», «Торгово-промышленной палаты». Смысл заключался в том, что все банки выделили специальный персонал, который обеспечивал постоянный контакт с представителями соответствующих институтов для решения проблем, с которыми сталкивались предприниматели при обращении в банки. И за реструктуризациями, и за льготными кредитованиями, и за любыми другими мерами поддержки, которые были предусмотрены. И когда мы запустили этот институт, это произошло буквально через пару недель после начала действия ограничительных мер, мы увидели, что он постепенно стал таким основным связующим звеном, который позволял быстро решать возникающие проблемы. И мы, как Центральный банк, сделали здесь все от нас зависящее через наше взаимодействие с банковским сообществом, чтобы этот механизм эффективно заработал. Если говорить непосредственно о том, какие меры, на наш взгляд, оказались наиболее востребованы малым и средним бизнесом и почему, то я бы сказал, наверное, следующее. Прежде всего, самой главной и, наверное, самой важной мерой, которая позволила сохранить малому и среднему бизнесу платежеспособность в период кризиса, не допустила массовых банкротств, не допустила истребования задолженности просроченной, стали наши рекомендации, наше взаимодействие с банками по обеспечению кредитных каникул для малого и среднего бизнеса. Был принят специальный закон, который пострадавшим секторам экономики давал возможность безусловного получения таких каникул на срок до 6 месяцев. Но в дополнение к этому мы рекомендовали банкам предоставлять каникулы, отсрочку платежей абсолютно всем малым и средним предприятиям без учета отраслевых ограничений
у которых такая потребность есть. Важно было пережить этот период неопределенности, не допустить срыва платежей, испорченную кредитную историю, но и всех негативных последствий. Вот эта мера оказалась крайне востребованной. Мы ведем еженедельный мониторинг с апреля месяца, и вот по последним доступным данным на конец августа ей воспользовалась, ну, обратилась в банк, получила одобрение своих заявлений на реструктуризацию почти 100 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. И объем реструктурированных кредитов составил 740 на сегодня миллиардов рублей. Это практически 15% от всего кредитного портфеля МСП. А если брать так называемую особенно страдавшую отрасль экономики, то это более 30% портфеля. То есть мера действительно массовая, и я полагаю, что она сыграла очень большую роль в том, чтобы пережить этот сложный период времени. Кроме того, Центральный банк запустил сразу, практически после начала действия ограничений, запустил специальную программу льготного фондирования банков, программу 500+, 500 миллиардов, которая была предоставлена банкам на две разные цели. Значит, часть этого лимита 300 миллиардов на первом этапе мы выделили для того, чтобы у банков сохранялся стимул кредитовать малый бизнес. Это была так называемая программа «Funding for Lending», или своего рода премия, дешевое фондирование за сохранение объемов кредитования. То есть те банки, которые не снижали или минимально снижали объемы кредитов МСП, получали возможность взять у нас льготное фондирование по ключевой ставке минус 2%. И еще часть этого лимита по аналогичным льготным условиям была направлена на поддержку программы бесплатного кредитования, о которой Борис Юрьевич говорил, и которая после некоторой донастройки, происходившей на старте, оказалась весьма востребованной. На сегодня она практически полностью выбрана, одобрена там 129 миллиардов рублей из 130 миллиардов лимита по ней установлено. То есть свою роль она сыграла. Безусловно, программа 2% тоже очень востребована, потому что она помогала малому и среднему бизнесу восстанавливать свою экономическую активность после постепенного снятия ограничительных мер. Мы также предложили такой необычный сценарий, раньше такого никогда не было, поскольку ограничительные меры не позволяли, ну скажем так, в стандартном офлайн режиме взаимодействовать с предпринимателями и банковскому сообществу, мы разрешили открывать счета малому и среднему бизнесу для получения мер государственной кредитной поддержки дистанционно, без личной явки. И вот если говорить в совокупности, то, ну если посмотреть на цифры, то в итоге за январь и июнь кредитный портфель малому и среднему бизнесу не только не сократился, а он даже вырос больше, чем на 9% за полгода. Безусловно, мы пока не говорим о восстановлении выдачи, потому что, безусловно, спад по новым кредитам был. Но наши меры направлены на то, и сейчас, для того, чтобы обеспечить нормальное восстановление кредитования. Мы продлили наши меры, ну, связанные с правом на получение каникул до конца года, соответствующий анонс был Банком России сделан. Мы дали банкам возможность сформировать резервы, они нас об этом просили, по реструктурированным кредитам МСП до конца июня 2021 года. То есть все эти механизмы предусматривают постепенный выход из регуляторных послаблений, которые в этом смысле и правовым средством, и банкам позволят некую плавную такую режим. И, конечно, мы всегда смотрим за изменением ситуации для того, чтобы вовремя корректировать свою политику. Опять же, это возможно только благодаря постоянному диалогу с бизнес-сообществом. Ну а в завершение я хотел бы вот о чем сказать в этой части своего выступления. Если бы такая история с пандемией и с ограничениями произошла 20 лет назад, например, то вся работа была бы практически полностью парализована. Потому что на тот момент времени абсолютно отсутствовали цифровые форматы взаимодействия, была личная явка, и это было единственным способом обеспечения взаимодействия между банками и бизнесом. Сегодня ситуация совершенно другая. Благодаря развитию цифры, такой цифровой прививки, которая сделана экономике, была еще до пандемии, нам удалось относительно, безболезненно справиться с этим вызовом. Безусловно, это все равно вызов, это серьезный вызов, и мы его понимаем, и, естественно, перейти от утверждения, что все позади, да, мы должны быть готовы к любым развитием событий. Но вот именно цифра помогла реализовать все эти меры, о которых я говорил ранее. Ни одна из этих мер не требовала личного присутствия. Все они были реализованы дистанционно, онлайн, и ровно с этим связаны дальнейшие перспективы развития.
Если будет возможность, я позднее об этом еще отдельно скажу. Спасибо. Михаил Валерьевич, у меня вот какой вопрос. То, что вы говорили, это замечательно, здорово, но это, как бы сказать, помощь государства. А вот сами банки, они внедряли явно новые продукты. Ну вот взять тот же Сбербанк, речь идет о тех же аккредитивах, да, эскроу-счетах. Вот как вы оцениваете их опыт? И, может быть, у вас есть планы по... ну, не знаю, по внедрению банковских аккредитивов в систему госзакупок. Вот как вы оцениваете вот инициативу от банков, а не от центрального банка? Да, вы знаете, у нас с банками, ну, как и с бизнесом, был абсолютно постоянный диалог, практически каждодневный, и со Сбербанком, в частности, упоминавшимся вами, он присутствующий в секции. Мне кажется, он был очень интенсивным, как и с другими банками. Что хотелось бы сказать? Во-первых, мы видели со стороны банков большое желание помочь малому и среднему бизнесу. Это было заметно, потому что терять лояльного клиента никто, естественно, не хочет. И банки старались максимально качественно подходить к решению возникающих проблем и по реструктуризации, и по льготному кредитованию. Были очень быстро, ну, по нашей оценке, очень быстро запущены механизмы онлайн-кредитования. Механизм онлайн-оценки, предодобренные заявки на выдачу таких льготных кредитов. Вот поддержка сектора кредитования в значительной степени произошла именно из-за того, что были такие программы и была способность банков их реализовывать. Если говорить про будущее, про некоторые будущие приоритеты, то нам, например, кажется очень перспективной тема цифрового факторинга. Факторинг, помимо того, что нужно развивать дальше саму кредитную модель, безусловно, но факторинг пока крайне недооцененный инструмент финансовой поддержки. Масштаб его потенциально огромен, потому что уступка торговое финансирование в странах Европы, в Америке, это многие-многие сотни миллиардов и триллионы. У нас это пока весьма скромные цифры. И мы рассчитываем, что наша инициатива по развитию механизмов онлайн-факторинга, которая была некоторое время назад анонсирована Банком России, будет интересна банкам и позволит обеспечить реализацию очень разных инструментов, в том числе инструментов, связанных с то, что вы говорили, с закупками у крупных компаний, государственных корпораций в удобной форме. И, соответственно, переуступки таких прав требования факторам, которые позволят малому и среднему бизнесу получать денежные средства сразу, а в тот момент времени, когда работа выполнена. Для этого нужно будет реализовать целый набор системных мер, которые планируются на ближайшие несколько лет, и мы здесь в тесном диалоге с правительством находимся, потому что без их участия эти меры реализовать невозможно. И мы благодарны за поддержку в этой части правительства России. И представляется, что это новая, как бы новая эпоха в развитии цифровых финансовых сервисов, построена на смарт-контрактах, построена на цифровых утилитарных правах, или на токенах, как их еще называют просто в народе, которые позволят создать вторичный рынок факторинга, спрос на него, и за счет развития конкуренции обеспечить последовательное снижение стоимости факторинга. Этот инструмент находится в тесной связке с краудфандингом, с цифровыми платформами предоставления доступа к привлечению финансирования через цифру, которая является еще одним нашим приоритетом. Мы с июля регулируем краудфандинговые платформы и связываем с ними достаточно большой потенциал развития. И я полагаю, что банки, большая часть банков, которые стремятся сегодня к тому, чтобы стать не просто банками, а экосистемами, будут заинтересованы в развитии факторинговых платформ и краудфандинговых для того, чтобы оказывать полный спектр финансовой поддержки МСП, безусловно, с кредитом пока что на первом месте. Спасибо. Спасибо большое, Михаил Валерьевич. Спасибо, что подключились к нам. Я знаю, что у вас очень плотный график, и вам сейчас необходимо переключаться на другое совещание. Было очень приятно с вами пообщаться, и жаль, что так кратко. Спасибо за приглашение. Спасибо. Ну, а сейчас хотелось бы услышать все-таки мнение Сбербанка и узнать, как же вы пережили эти несколько тяжелых для всех месяцев, и что вы предложили вашим клиентам, бизнесу, и что будете развивать в дальнейшем? Спасибо большое за возможность выступить. Пардон, не представила. Да, Анатолий Леонидович Попов, заместитель председателя. С того момента, наверное, такие серьезные события начали разворачиваться в середине марта. Стало понятно, что будет
как бы остановка, замедление, уже страны начали вводить ограничительные меры. И мы уже в 20-х числах марта приняли решение о реструктуризации в тех отраслях, которые мы считали пострадавшими. Вы знаете, что есть, ну, государственная трактовка пострадавшей отрасли, это называемое наличие акведа. Это когда предприятие регистрируется, может указать аквед в виде той деятельности, в которой оно будет участвовать. Мы, конечно, более широко посмотрели на этот вопрос и приняли решение, что если у предприятия выручка падает более чем на 30%, а мы видим эту выручку достаточно оперативно, предприятие к нам обращается за реструктуризацией, то мы такую реструктуризацию делаем, можно сказать, в рабочем режиме, без дополнительного анализа. И фактически бы порядка чуть меньше 1 триллиона кредитных договоров смогли реструктурировать только в апреле. Тем самым мы как бы сняли вот этот пик неопределенности, который был у действующих заемщиков. И подоспели две программы, уже упомянутые Михаилом Валерьевичем. Мы с Михаилом Валерьевичем, наверное, апреле-май провели, можно сказать, единой семьей, не побоюсь этого слова, потому что все программы создавались в таком в режиме постоянного диалога, обсуждения, и фактом явилось то, что кредит под ноль заработал уже буквально в первых числах апреля, и мы выдали больше 45 миллиардов таких кредитов предприятиям МСП, которые наиболее пострадали как раз от коронавирусной инфекции, от ограничительных мер, и уже 1 июня, когда стартовала программа на восстановление деятельности, так называемый кредит по 2%, банк уже выдал больше 240 миллиардов таких кредитов. Это десятки тысяч штук заключенных договоров и большая работа. Важно, что Михаил Валерьевич это упомянул, нам удалось сделать большинство этой работы дистанционно. Если вы помните, 1 числа апреля, пустые улицы, и как-то, ну, мы понимали прекрасно, что приглашать наших клиентов заключать договор в письменной форме, ну, это подвергать жизнь наших клиентов опасности и, конечно, наших сотрудников, которые тоже, у нас достаточно большое количество сотрудников, к сожалению, заболели, и, в общем, нам надо было думать как раз о двух сторонах процесса. Мы смогли сделать так называемый предодобрен, то, о чем Борис Юрьевич говорил. Лимит, исходя из наших данных и численности, вы вспомните, что основной критерий отчета суммы является численность задействованных на предприятии. И с коллегами из Федеральной налоговой службы быстро развернуть оперативную такую блокчейн-систему, которая позволила дать наиболее актуальную численность сотрудников, работавших на предприятии в прошлом месяце. Потому что такой системы на самом деле не существовало. Тут хотелось бы коллегам из ФНС сделать определенный реверанс. Эту систему мы смогли за неделю сделать, развернуть. И теперь данные о численности, например, если сейчас мы заинтересуемся численностью предприятия, которое фактически работало в июле, эта точная информация есть, она доступна, ее можно получить в течение там односекундного запроса. И это очень упрощает работу, упрощает взаимодействие. Я уверен, что вот такие системы как раз позволят сделать кредитование удобным, полностью дистанционным, не зависящим, не запрашивающим у клиента никаких документов. То есть мы мечтаем у клиента не спрашивать никакие документы. И здесь большая работа проведена. Переходя, может быть, сейчас я вижу, что накал спал, у меня я участвую в различных чатах с предпринимателями и с опорой деловой России. Раньше меня заваливало там, а вот клиент такой-то не делает реструктуризацию, не может получить кредит. Я могу сказать, что за август я такого ни одного обращения не получил. Читаю, у нас была такая стресс-линия, мы читали обращения, естественно, наших клиентов, и мы видим, что этот накал спал. Это значит, что господдержка достигла получателей, и, в принципе, те предприятия, которые реально пострадали, они смогли получить поддержку, это очень хорошо. Теперь надо думать об восстановлении и развитии. И вот сегодня тему, которую я хотел, вы ее немножко затронули косвенно, тему расчетов при исполнении госконтрактов. Она тема, которая беспокоит предпринимателей. И вот я хотел попросить поставить презентацию, почему так важны госконтракты. Госконтракты – это 27% ВВП страны. Вы знаете, что ВВП во втором квартале снизилось на 8,5%. То есть, наверное, уже это уже не 27%, а может быть уже и 30%. То есть почти треть экономики зависит от госконтрактов. И фактически в этот оборот вовлечены 800 тысяч компаний в стране. Ну, наверное, Борис Юрьевич скажет, что порядка 4,5 миллионов юридических лиц в стране ведут активную работу. Можно так смело говорить, что каждая пятая компания вовлечена
работу с госзаказом, и это очень важно. Объем 29 триллионов рублей – это гигантский оборот, и, конечно, так сказать, мы видим, что распределение порядка 43% компаний – это малый бизнес как раз, и порядка, соответственно, 57% – это компании среднего сегмента. И то, что мы видим, вот если вот на правую часть обратить внимание, то, о чем говорят наши клиенты, мы потом поговорим про опрос, что каждый пятый платеж по 223 ФЗ, это, вы знаете, госконтракт 44 223 ФЗ, идет с задержкой. Каждый десятый по 44 ФЗ, более 20 тысяч должностных лиц, заказчиков привлечено к ответственности, 31 день средней просрочки оплаты. Вы можете представить, что для предприятия 31 день в месяц просрочки. Это значит, что они не могут выплачивать зарплату своим сотрудникам, не могут платить своим контрагентам за поставленные сырье и материалы для исполнения заказа, оплачивать транспортные услуги и так далее. И более 1 миллиона обращений в суд в год о неисполнении договора несвоевременном. И, к сожалению, можно говорить, что порядка 30% дебиторской задолженности вот от этих контрактов просрочено. Это гигантская проблема. То есть исполнитель в срок и вовремя оказывает услугу или поставляет товар, а получает средства в среднем с просрочкой 31 день. И тут, как бы, казалось бы, ну да, должны они как-то разбираться в правовом поле, да, люди судятся, но в конечном итоге не добавляют уверенности и ограничивают участие, в первую очередь, малого бизнеса в исполнении государственных контрактов. И мы подумали о том, чтобы предложить аккредитивный механизм расчетов, такой же механизм, который существует в 214-м федеральном законе строительства жилой недвижимости, когда застройщик строит дом, а средства от покупателя направляются не застройщику, как это было ранее, по схеме договоров долевого участия, а на специальный счет, который контролирует банк. И когда первая квартира готова, эти счета раскрываются в пользу застройщиков. Но эти средства банк не держит как бы у себя в кармане, он их использует для снижения ставки, соответственно, по кредитному договору застройщику. И, наверное, самое радостное, то есть мы больше 100 тысяч уже таких эскроу-счетов открыли, так сказать, покупателям жилья в стране. И мы не видим, вот очень важно, наверное, Борис Юрьевич, то, что мы не видим ни одной задержки в темпах строительства, потому что почему, как правило, строительство задерживалось? Ну, случалась какая-то, не знаю, турбулентность на рынке, люди сначала, как обычно, бросаются за жильем, а потом наступает фаза охлаждения, и год, значит, жилье на рынке образно стоит. И в этот момент... Если можно, вот в этот момент скажу, уйдем от стройки. Я просто езжу по стране, и меня всегда, вот когда принимался закон, настраивали, это кошмар, и мы умрем. Если мы перейдем на эскроу счета, то это будет, ну, конец вообще всей стройки. Сейчас я езжу, они даже вопрос не задают. Я говорю, а вы мне расскажите, вы перешли на эскроу счета? Да, а что? Говорю, ну и все нормально. Да, как, вроде, да, никаких проблем нет. Это удивительно, да, ну как это было правильно реализовано. Да, совершенно верно. То есть и что обычно делали в этих ситуациях застройщики, когда у них падали темпы продаж, бешеные скидки, 30-35%. В конечном итоге экономика конкретного стройки конкретного жилого дома уходила в минус и компенсировалась в лучшем случае следующим домом в хороших условиях. А в худшем образовалась дыра, и в какой-то момент застройщик решал сворачивать деятельность, и, так сказать, краны вставали. То есть сейчас это все два процесса полностью отвязаны. Рыночная ситуация отдельно. Банк финансирует именно этапы строительства, вырыли котрован, получили деньги, построили первый этаж, получили деньги. Так сказать, приступили к отделочным работам, получили деньги, сдали квартиры, получили деньги. То есть это этапы четко разбиты, и поэтому застройщики действительно занялись своей работой, строительством. Ну и маркетинговые риски, они, в общем-то, значительно уменьшились, что я уверен, что у нас будет гораздо меньше обманутых дольщиков и гораздо больше сданных квартир. Теперь вернемся снова сюда, на наши государственные закупки. Мы подумали с Борисом Юрьевичем, с предпринимателями, как бы нам запустить такой же аккредитивный механизм. Давайте вот посмотрим опрос. То есть о чем идет речь, что в тот момент, когда заказчик, так сказать, размещает конкурс, его играет, и у него есть победитель, он размещает свои средства соответственно, на оплату этого заказа на специальный эскроу-счет или аккредитив. И условием раскрытия, которое является исполнение заказа, поставка товара и подписание акта выполненных работ.
И вот мы задали вопрос 452 респондентам, которые участвуют в закупках по 44-му ФЗ, и задали вопрос, действительно, насколько у вас актуальна проблема несвоевременных платежей, и более 40% ответили, что проблема есть. Дальше, соответственно, это теперь насколько вам импонирует идея наличия аккредитива в отношениях к заказчикам? 59% поддерживает эту идею, всего лишь 20% считают, что эта идея непривлекательна. И насколько вероятно, что вы воспользуетесь таким предложением нашего банка, 51, более половины говорит о том, что они воспользуются. Давайте поставим видео одноминутное, которое чуть более подробно рассказывает о том, как работает этот механизм. Видео, пожалуйста, на экран. Посмотрим, как доступное финансирование обеспечивает оплату в срок при работе через аккредитивы и эскроу-счета. После заключения договора покупатель переводит деньги в банк. Продавец выполняет условия договора, банк платит после проверки документов. Контроль банка обеспечивает своевременную оплату и безопасность сделки. Банк может финансировать сделку, и чем больше остаток средств на специальном счете компании, тем ниже ставка. Решение уже успешно применяется в строительстве. Ставка по кредиту для застройщика также зависит от суммы на счетах эскроу и может существенно снижаться. Решение применимо в любой сфере. С помощью аккредитива можно сократить сроки оплаты по сделкам или дать отсрочку покупателям. Ожидание оплаты создает лишнее напряжение. Но с аккредитивом продавец получает деньги от банка сразу после поставки. А покупатель получает отсрочку платежа от банка, даже если она не предусмотрена контрактом. Решение поддерживает оборотный капитал компаний, а значит, помогает экономике расти. Да, в завершение можно сказать, что вот такой достаточно простой, понятный механизм позволит, конечно, убрать вот это напряжение, которое сложилось на рынке государственных закупок, которые критически важны для 800 тысяч предприятий и, конечно, очень важны для тех предприятий, которые наиболее уязвимы, это малые и средние предприятия, у которых денежная подушка значительно меньше, они не могут ждать 30 с плюс дней, когда произойдет оплата, потому что за ними стоят работники, за ними стоят их цепочки поставок. И, конечно, мы рассчитываем, что кредитивные механизмы позволят снять это напряжение и устранить, может быть, то вот, может быть, ну, такую сложную ситуацию, которая существует на этом рынке. Можно я тоже добавлю, потому что мы, как институт уполномоченного, много сталкиваемся с проблемами бизнеса. Иногда уголовными проблемами, бизнес, связанными с госзакупками. Действительно, к сожалению, да, это наша беда нашей экономики, что действительно почти треть предпринимателей работают с госбюджетом, хотя это, конечно, должна быть совершенно другая цифра. Основная часть должна составлять рынок, частный рынок, а не государство и бюджет. Но, тем не менее, это так. Поэтому мы как бы два вида. С одной стороны, огромное количество обращений предпринимателей по неуплате со стороны государства, особенно муниципальные бюджеты. И нам несколько лет тому назад даже пришлось получать поручение президента прокуратуре, генеральной прокуратуре. И мы в течение вот этих всех лет мониторим ситуацию с задолженностью, пытаемся решать по отдельным кейсам, но в результате мы решаем, а задолженность только накапливается. Ну, чуть меньше стало, но все равно она накапливается. Другая история, что предприниматель получает аванс, а потом к нему предъявляют претензии, потому что он за нецелевое его использование. И вот начинается. А правильно ли цены? А правильно ли использовали? А можно было ли вот это туда деньги оплатить, по мнению прокуратуры нельзя, или там следственных органов. В общем, здесь огромный, я могу такой, клубок, ужасный клубок юридических, финансовых проблем, которые складываются при госзакупках. Еще 44-й закон, конечно, нам очень сильно в этом помогает. Мы искали пути, и вот нашли эти варианты, встретившись, да, с рабочей группой Сбербанка, потому что вот аккредитивная форма, по нашему мнению, расшивает, если не все, но абсолютное большинство этих проблем. Вот такого количества обращений не будет, тем более, что будет проверка, потому что еще есть, когда ты выполняешь работу, а у тебя заказчик государственный отказывается ее принимать, да, потому что пытается цепляться за всякие мелочи или даже отсутствие мелочей, просто цепляется для того, чтобы не платить, не было приема сдаточного акта.
это тоже вопрос, решаемый в ходе в такой системе. Поэтому мне кажется, что если мы вот все, кто нас видит, предприниматели, кто здесь, кто в онлайне, дайте оценку, мы опросим еще, да, вот первый Сбербанк провел свою социологию, дайте оценку, но мы сейчас активно пробиваем. Я и председатель правительства предложил этот вариант вместе со Сбербанком, мы это делали, но я надеюсь, сейчас Минфин и другие государственные органы отреагируют позитивно, и это будет действительно работать как очень важный инструмент в госзакупках. Анатолий Леонидович, вот мы собирали до сессии вопросы, и, собственно, два из них, они напрямую к вам. На первый вы частично ответили в своем выступлении, но, наверное, автор хотел бы, может быть, чуть подробнее. Значит, первый вопрос. Если интерес крупных поставщиков понятен, банки их и так кредитуют, а предложение может им понизить процентную ставку, то в чем будет интерес малого бизнеса, который может не кредитоваться? И второй вопрос... Про кредитивы, да? Да. Вот, и второй вопрос тоже касается этого продукта. Сейчас государство, субсидируя ставки по кредитам бизнеса, несет прямые расходы, как в ситуации с пандемией. Правильно понимаем, что в вашем предложении этих расходов не будет, ведь работает рыночный механизм. А давайте начнем с первого и еще раз, может быть, вот ситуацию как раз с расчетами. Представим, что вам разместили заказ по 44-му закону, вы выиграли конкурс и, допустим, поставляете что-то муниципальному какому-то образованию. То есть заказ исполнен, вы привезли там, не знаю, товары или выполнили какие-то услуги и даже подписали, вот Борис Юрьевич сказал, что у вас сложности были с подписанием акта выполненных работ, и даже подписали акт выполненных работ, либо, соответственно, ваша накладная о том, что товар доставлен и принят с теми условиями качества, также подписано. И в этот момент, как бы, как правило, в чем специфика вообще любой организации крупной, что принимают товар или услугу одни люди, оплачивают люди другие, которые находятся в совершенно другом месте. И эти процессы зачастую, так сказать, дружат с друг другом достаточно сложно. Они говорят, да-да-да, мы вам, конечно, оплатим, но вот сейчас там вот процесс, там через две недельки ожидайте. Через две недельки проходит, и как бы две недельки превращаются в четыре недельки. Вот как раз аккредитивы позволяют вот этот вот гэп снять. То есть заказчик, если он заказывает, ну, если он соответствующие изменения, будет обязан средства разместить на счете. И если эти средства будут размещены в фунтобиме, то доход, потому что деньги лежат, на них можно начислить проценты банку, и, соответственно, этот доход также поступит в распоряжение исполнителя контракта, что сформирует для него дополнительную доходность. То есть эта доходность не нужна банку, скорее тут важен сам механизм прозрачности, что как только товар поставлен с уголовным, документы предоставлены в банк, в тот же момент аккредитив раскрывается в вашу пользу. И вот здесь я уверен, что вот это как раз часть, которая... Все люди, как правило, они, конечно, те, кто заказывают, они хотят получить услугу. И они ее даже часто принимают. Но просто, в любой организации есть, как-то, в кавычках, люди, которые работают с финансами. Они, как правило, имеют несколько иной взгляд на скорость выполнения операции. И здесь просто вот этот как бы гэп, он устраняется. Я уверен, что вот этот механизм позволит решить эту задачу, и люди просто будут получать деньги. Спасибо. Елена, можно я только уточню? Да. Анатолий, насколько мы все понимаем, 44-й федеральный закон, деньги хранятся в казначействе. А казначейство там вам отдаст, вот чтобы вы их положили на аккредитив? Потому что сейчас казначейство презентовало схему, что автоматическая подгрузка, как только объявляется тендер, деньги замораживаются на счетах казначейства, как только подписан акт, казначейство автоматически формирует платежку об оплате. Вот это же казначейство вам должно деньги отдать, это не муниципалы, не кто другой. Понятно, Елена Николаевна, прямо сняли с языка вопрос, потому что я как раз хотела сказать, жалко, что у нас нет представителя казначейства, который мог бы со своей стороны прокомментировать. Елена Николаевна, спасибо большое. Действительно, конечно, деньги казначейства, но для того, чтобы казначейство эти деньги направило, соответственно, получателю, кто-то из, так сказать, от заказчика должен направить документ в казначейство.
И вот на этом этапе есть разрыв, то есть заказ исполнен, документы движутся внутри заказчика, чтобы ну, дойти до казначейства. Ну и в конечном итоге у нас не было такой просрочки, если бы все работало как часы. Мы только мечтаем о том, что если бы этой проблемы не было, мы бы не взялись бы ее решать. Я почему объясню? Потому что сейчас казначейство презентовало как раз свой механизм, что они, у них есть пилотные регионы, мы им помогали, когда это автоматическая подгрузка и автоматическая платежка. То есть заказчик выключен, это как раз они презентуют как механизм расшивания вот этих долгов, про которые мы говорили. Мне кажется, ваша схема гораздо более гениальна и нужна больше в той системе сегодняшнего дня неплатежей, когда бизнес бизнесу боится отгружать, боится платить, потому что все боятся, что из-за пандемии все рухнет в один день. Вот здесь это просто поле непаханное. Это отличный механизм. Вопрос просто, когда государство в лице казначейства занимается не совсем свойственными функциями, да, вот определение, вот обеспечение этого платежа, то это одна история. Когда коммерческие банки, которые хорошо понимают коммерческие бизнес-процессы, то здесь совсем другая история. У них для этого создана просто цифровая платформа, и они как раз позиционируют, что они выключили всех из процесса, потому что все делается автоматически. Поэтому, вот мне кажется, Катамадзе надо обязательно с вашим проектом познакомить и услышать, как она видит эти процессы, потому что они сделали как раз бесшовную цифровую платформу, которая выключает всех. Уважаемые коллеги, воспользуюсь своим правом модератора. Мне уже подсказывают, что мы, как сказать, регламент нарушаем катастрофически. Поэтому я бы хотела все-таки, поскольку мы находимся на территории МГИМО, вернуться к нашим международным спикерам и попросить включить с нами связь с Татьяной Валерьяновной Моногин, генеральным секретарем Российского национального комитета Международной торговой палаты. И, собственно, узнать про тот международный опыт, про то влияние, которое пандемия все-таки оказала не только на российскую экономику, российскую торговлю. Да, спасибо. Ага. А вот и Татьяна Валерьянова. Да. Добрый день всем, спасибо большое. Но понятно, что 2020 год оказался шокирующим для мирового бизнес-сообщества. Достаточно сделать ссылку на первые прогнозы ВТО весной 2020 года по объему мировой торговли. Предположения были, что упадут объемы до 32%. То есть, конечно, это было переживание для всего бизнеса. Пандемия COVID-19 очень быстро из катастрофы характера области здравоохранения переросла в глобальный такой экономический кризис. И по данным Международной организации труда, более 24 миллионов рабочих мест оказалось под угрозой из-за пандемии. Введенные в странах, в различных странах карантинные меры, с одной стороны, безусловно, были необходимы для сохранения общественного здоровья, а с другой стороны, оказались разрушительными для существующих и уже установившихся глобальных цепочек поставок по всему миру. И также нужно не забывать о том, что усилились протекционистские настроения, против которых, собственно говоря, все международные организации, включая ВТО, всегда выступали против. Особо уязвимым, как уже говорили коллеги, передо мной выступающие, оказался сектор среднего и малого бизнеса. Они самые первые почувствовали удар по своему существованию. И, кроме того, понятно, они пострадали и от тех новых и не всегда им понятно нормативно-правовых актов, введенных в разных странах. Постоянно менялся и юридический ландшафт. В некоторых странах существенно это затруднило поддержание существующих и развитие новых глобальных цепочек поставок.
Что касается нашей организации, ICC, Всемирной организации бизнеса, то, естественно, учитывая роль малого и среднего бизнеса в развитии международной экономики, мы запустили в марте 2020 года глобальную инициативу Save SMEs, ну, «Спасайте средний и малый бизнес». В рамках этой инициативы мы призвали правительство оперативно принять стимулирующие экономические меры и оказать прямую, немедленную поддержку предприятиям и их работникам, в том числе, кстати сказать, и в области таможенного контроля. Ну, могу подчеркнуть, что с самого начала объявления пандемии ICC призвала лидеров большой двадцатки согласовать глобальный план действий по борьбе с распространением коронавируса, чтобы вернуть мировой экономике, ну, хотя бы некую стабильность и уверенность. Уже в марте 2020 года ICC заключила беспрецедентное соглашение со Всемирной организацией здравоохранения о мобилизации предприятий для оказания помощи в борьбе с пандемией. В дальнейшем ICC выступила создателем целого ряда консультативных документов по самым разным направлениям. От первого свода рекомендаций бизнесу, как наилучшим образом защищать своих сотрудников, своих клиентов, своих акционеров, до совместного с Международной конфедерацией профсоюзов и движением «Глобальный гражданин» открытого письма с призывом смягчить долговую нагрузку для развивающихся стран, чтобы предотвратить череду национальных дефолтов. От совместного со Всемирной организацией здравоохранения исследования о качестве информации о COVID-19 до очень практичного руководства по осуществлению операций торгового финансирования в условиях пандемии. Меня видно, потому что у меня на экране все исчезло. Видно и слышно. Отлично, спасибо большое. Вот, все появились. Для борьбы с последствиями COVID-19 ICC, Всемирная организация бизнеса, работает очень тесно с международными правительственными организациями и с общественными организациями. И мы здесь в России тоже проделали большую работу. Мы переводили все документы, которые были созданы в рамках нашей международной организации ICC, и направляли их и руководителям министерств, и Центробанка, и бизнесу, так что мы со своей стороны тоже, конечно, очень активно участвуем в этих процессах. В августе 2020 года генеральный секретарь ICC провел встречи, обсудил инициативы, направленные на преодоление последствий пандемии, и с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения, и с генеральным директором Всемирной торговой организации, и с генеральным директором отделения ООН в Женеве. То есть эта работа очень и очень активно ведется. Татьяна Валерьевна, извините, придется вас перебить. Мы сейчас очень сильно выбиваемся из регламента. Спасибо вам большое.